городе все, слава богу, все хорошо. Ну, думаю, что все будет поддерживать все то, что есть, и еще лучше будет. Чтобы ночное патрулирование было более активным, более результативным. Далее, чтобы вот по домовой обход знали участковые милиционеры, кто в доме живет и чем занимается. Все невесты хороши, а какие жены появятся, будут, это еще вопрос. То есть поживем, увидим. Да нам все равно кто. Мы никуда не ходим, на пешке лежим. Борьба с наркотиками – самое основное, я думаю, и актуальный вопрос на сегодняшний день. Я жду, что он лучше будет командовать, чтобы в Сызрани было меньше преступлений каких-либо.